Добрый вечер всем, мне очень-очень приятно видеть, как все уже хотят быть ближе к празднику Пурима, и поэтому уже соединились, чтобы войти в эту прекрасную тему. Есть один анекдот, который недавно я говорил его, когда я был в ресторан в Минск. Там есть наш кошерный ресторан. И я рассказал один анекдот следующий. Что был один еврей, который сидел в ресторан, и он выглядел, как называется, писатель бородатый, ну, такой, как я. Все, как положено. И там был десятки-десятки гостей, и зашел какой-то ядерный антисемит. И этот ядерный антисемит говорил, как раз, вы знаете что? Я вижу, тут есть еврей, давай я ему поставлю на место. И как раз этот ядерный антисемит начинал говорить, все могут заказать любые холодные закуски за мой счет, кроме, и показывает на это писатель бородатый, кроме его. Все чувствовали чуть-чуть плохо для его, но на халаву все готов. И все пошли и заказали эти холодные закуски. Как это не хватило, он был так хорошо доволен сам собой, что он как раз все ему сказали спасибо, и как раз это бородатый писатель еврей подошел к нему и сказал тоже спасибо. И он его резко отвечает, а ты чему спасибо говори? И он молчал. Он был такой злой, он был такой антисемит. Он решил, давай не только холодные закуски. Он говорил, пожалуйста, люби горячий. Себя закажи за мой счет. Кроме, как раз, это писатель бородатый еврей. Опять, он все смотрели на его, чуть-чуть жал. Но вы знаете, жал туда, жал сюда, главное, что на халаву. Все заказали. Он сказал спасибо после того, как все сказали спасибо. И опять это грешник спрашивает, а ты чему спасибо сказал? И он его игнорировал. Тот решил больше его разозлить. Люби выпивки за мой счет. Ого. И тут уже деньги пошло. Все заказали, как мы уже видим, у нас кто-то уже начал пить за неделю. Как принято отмечать праздник Пурим, а у них они отмечают праздник Пурим каждый возможность. Вы же знаете, что у нас один из первых мест по средней употреблении алкоголя в мире. И знаете, мы всегда знали, что мы на лучшем месте. И все заказали, все ему сказали спасибо. И он как раз тоже пошел и сказал спасибо. Он спрашивает, чему ты меня? И он его игнорировал. И последнее. Как раз фоточка. Тот решил всем предлагать и десерт за мой счет. То баунис, то лимонный торт, то еще хоть что-то другое мороженое. Да, вот. Все сказали спасибо. И опять он как раз тоже говорил спасибо. И тот злой был, но никуда не делся. Пошел он, рассчитался в кассе. Хотел выходить из ресторана. Он говорит, ну скажи меня, ты чего меня говорил спасибо? И тот еврей с большой гордостью поворачивает на его и сказал, спасибо тебе огромное. У меня так много денег, я никогда не заработал. Я хозяин здесь, в этом ресторане. Вы знаете, эта история, это может быть как анекдот, но в самом деле я сейчас предполагаю, как выглядела весь эта история. Там, где сидели десятки гостей, которые, ах, ну тот свинья, ну хоть у нас на халаву. А в самом деле это выглядело, как все очень плохо. Но в самом деле не так плохо было. Наоборот, благодаря этому антисемиту он большой деньги заработал. И вот это как раз то, что произошло у нас в месяц Адар. Месяц Адар
это был месяц, который все выглядел, это конец еврейский народ. Это у нас трагедия. Это у нас финиш. С нами ничего больше не будет. Ничего не получится. И наоборот, благодаря то, что он должен был быть так плохо, когда Бог сделал наоборот, и Бог повернул все наоборот, тогда уже противоположно было намного раз больше. Мы в эти году имеем большой честь. Эта честь, это если в обычный месяц Адар есть 30 счастливых дней. В этом году у нас был как раз 60 дней месяца дал. И есть такой интересный Талмуд. Талмуд написан на кишей, так как Мишенихлас Ав Маатим Бесимха. Когда заходит месяц Ав, мы уменьшаем наши весоли. Также Мишенихлас Адал Малвин Бесимха. Есть такой песня, особо те, кто знает Миша Пополков. Все любят петь Миша, Миша, Миша Пополков. Но вообще не так идет песня. Песня идет Миша, Миша, Миша Нихлас Адал. Когда заходит месяц Адал, Малби Бесимха, человек должен увеличивать свой рад. Мы сегодня будем обсуждать некоторые вопросы, которые, надеюсь, каждый из нас до конца сегодняшнего урока будут иметь какие-то ответы. Первый вопрос, это если это традиция или закон, Мишенихлас Адар Марбим Бесимха, когда заходит месяц Адар, мы увеличиваем нашу радость. Это касается только этот месяц, второй месяц Адар, или это тоже касается первый Адар, который у нас уже прошел. Это первый вопрос. Второй вопрос интересный. Талмуд, который нам рассказывает о месяц Адар, о месяц Ав, как надо уменьшить радость, Талмуд задает вопрос, и как человек уменьшает его радость, что если раньше пил 200 грамм, только 50 сегодня, там не написано. Кто там разговаривает в середине урока? Я с другой стороны. Талмуд говорит, что если... Талмуд отвечает на этот вопрос, что если у человека есть стройка, он должен уменьшить его стройка. Что человек не купил себе новую одежду. И Талмуд как раз дает нам рецепт, как уменьшить радость. Но задается вопрос. והתנשני מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, כגדה זכות את המסת אדר, מי דושני ובליץ' ותנש רדס, תות כגרס פולצ'ייצה, עוד שנתרס סיבש, תלמוד ניזדיות ופרוס, כג ומנושת, כג ובליץ' ות רדס כתור מימיים. איזדיות ופרוס פצ'ימו, Почему как тормозит радость? Талмуд дает нас четкие какие-то правила, как. И как увеличивает радость, Талмуд это не написан. Еще один интересный вопрос. Шулхан Арух, там где написано все наше законодательство, там как раз написано, что как заходит месяц Адар, Ав, я извиняюсь. Надо уменьшить радость. Посмотрите, у нас в законе Пурим. Я подключилась, идите, да, но у меня не заряжен телефон. Тихо. Так. Секунду. О. И тут как раз радость. И тут как раз кому нам говорит, когда заходит месяц Ав, написан в Шулхан Арух. Это закон, что надо уменьшить радость. Но интересно, когда речь идет או מסת אדר, נינפיסנה ואתה שולחן ארוך, אתה זקון ובשה, שתו כגדה זכות את מסת אדר, נדה ובליץ' ודרדס, איזו דיות ובפוס פצ'ימו, אתה נינפיסנה, פצ'ימו, אתה ניוקזן, פצ'ימו, מי כגרס, נבידם אתה ובשה, תות כגרס,
Эти вопросы, которые мы сегодня будем обсуждать. И последний вопрос, который мы тоже будем обсуждать. Почему это так важно? Увеличивает нашу радость в этом месяце дар, и что значит увеличивает радость, которая есть. Чтобы ответить на этот вопрос, надо как раз задавать третий, четвертый, пятый вопрос. Какой наш пятый вопрос? Есть Талмуд в трактат Шаббат. Талмуд обсуждает такой вопрос. Есть мазал ли Исраэл, о эн мазал ли Исраэл? Как это переводится? Мы знаем, что есть куча знаков зодиаки. Так? Вообще, раньше, это перед тем, что много из вас родились, были такие вещи, которые назывались газеты. А именно в последней странице газеты всегда было написано, если ты родился между такой датой и такой датой, следующую неделю у тебя будет чуть-чуть любовь, чуть-чуть расстройства, чуть-чуть богатства, чуть-чуть потеря, чуть-чуть тот и чуть-чуть тот. А если у тебя другой день рождения, тогда там было написано что-то другое. А я как по характеру очень любопытный человек, а я хотел узнать для себя, это лапша? Полный лапша или чуть-чуть лапша? А я решил себя устроить день рождения каждую неделю другой. Вот первый раз я решил сделать мой день рождения по-настоящему. 29 декабря я читаю и вроде бы более-менее. Я через неделю решил поменять, зачем мне сделать день рождения 29 декабря. Я решил ее сделать 20 декабря, 29 января. Тоже неплохо получилось. А так я сделал несколько недель, то пока у меня вышел день рождения до 29 июня, и я понял, что это полный лапша. Не только лапша, это полный лапша, который есть, но весь этот лапша, который есть, там сидят умные психологи. И эти умные психологи, они знают, как писать какой-то средний тема, какой-то средний слова, который бывает у каждого. Каждый раз не играет роль, когда твой день рождения. Но это то, что касается гороскопа, или как это называется, зодиаки и так далее. Но тут задается вопрос еврейский народ. По-еврейский народ. Есть такой вещь, который судьба нас управляет, или нет такой вещь, который судьба нас управляет. В самом деле, то, что есть определенный дизайн звезды, это есть. Но в самом деле все 12, как называется, дизайн звезды, они бывают каждый день. Шесть ночью. Созвездие, да. Это, спасибо. Это бывает каждый ночь. Шесть и следующий шесть днем. Единственное, чем отличается месяц от месяца, вот, допустим, мы сейчас месяц Адар, тогда первый созвездие, который выходит, это рыба, и потом по порядку, тогда будет овцы в следующий месяц. А в следующий месяц, который это месяц Нисан, там первый созвездие, который будет, это как раз будет овца, и потом следующий, и так далее. Но тому же обсуждает, еврейский народ Бог управляет так или нет. И тому же отвечает, эйн мазал Исраэль. Нет такой вещи, что еврейский народ управляет их судьба. Тогда задается вопрос, Талмуд говорит так, что если у еврея есть суд с неевреем, лучше это сделать в месяц Адар, потому что это месяц удачный. Тогда задается вопрос, есть у нас судьбы или нет у нас судьба? А если у нас нет судьбы, как Гмор говорит в Шаббат, «Эн мазал Исраэль»,
что еврейский народ не управляется по судьбой, тогда почему Талмуд говорит, если у тебя есть суд, давай отложи это до месяца Адар, и там можно закрывать все судьи, которые есть. Как это понять? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны понимать даже первый вопрос Талмуд. Что Талмуд там обсуждает вопрос, есть судьба, нет судьба? Мы же знаем, чем мы отличаемся от других веры, что мы верим, что Бог управляет каждый из нас и в каждой мелочи, в каждой секунде. Другие народы тоже верят, что есть Бог. Слава Богу, эти двух словах это не только евреи верующие говорят. Слава Богу, и атеисты говорят. И поэтому что тут за вопрос? Ответ. Даже если Бог управляет, даже если мы бы сказали, что есть судьба у еврейского народа, но это не значит, что это не Бог. Наоборот, Бог запрограммировал определенную судьбу для определенных людей в определенный этап. И поэтому это не противоречие. Есть Бог или нет Бог? Где мы видим такой вопрос? Я вижу ее в последний раздел. משניות גמרא ותרגת ברכות תלמוד שם גברית הטוב שתביא לדין ברהדיה ברהדיה יספור בלעברי לני עברי יתה ברהדיה בלסטרשי המנצ'י יתה ברהדיה און רסקיל סני נותם זוויסת דבד שלווק מגלי אמת עדנוי תוז'סון תות כתורי פלוטית его раскрывает, как положено, его полный удачи идет, а тот, который сэкономил, бедный тот человек, его пошла полностью черный полоса страшно. И тому там говорит, два мудрецы, один платил, другой не платил, тот, который не платил, погибли его детей, обжигался его дом, обжигался его это, тот, который платил, ну, не переживай, он рассчитался с ним потом. Не деньги. Талмуд говорит, что ему захватило, он получил такой удар, как дерево разбился, ну, ему было хорошо. Но слишком много кровь лился, пока с ними рассчитался. И тут как раз мы видим, есть чувство Рашбо. Эти вопросы и ответы Рашбо, он задает вопрос, а как такое может быть? Один и тот же сон, от деньги это зависит? А где Бог находится тут? И Рашбо отвечает в чувство, что Бог запланировал в этом мире, что если у человека будет сон, и он подойдет как раз человек, который раскрывает сон, тогда последствия будет из того, как тот человек раскрывает. Это Бог? Да, это Бог. Это как Бог запрограммировал какую-то программу. Допустим, у меня будильник звонил сегодня. Ну, лучше не сказать во сколько. Но будильник это что? Автоматом нет, это я. 3 часа ночи запрограммировал мой будильник, а когда он будил, это последствия мой действия. И это не противоречие. И поэтому тут тоже. То, что касается с ней, либо сделайте, как написано в Талмуд, поститься, если плохой сон, давать стаку стоимости свой завтрак, обед. А если человек трудно поститься, и молиться Богу, или и обратиться к три мудрецы, там, который тебе скажет, «Халматове хози, халматове хози, халматове хози!» «Хороший сон ты увидел, хороший сон ты увидел, хороший сон ты увидел!» А если ты хочешь идти к Барэдья, ну, у Барэдья, у него свой бизнес, а у Барэдья есть тоже его вариант, как раз он как раз рассчитается с людьми. Но это все Бог, который это запланировал. Дальше говорит Талмуд, также касается обычной судьбы. Конечно, Бог запрограммировал какие-то звезды, которые не управляют человек судьба. Но человек, который верит, я понимаю, Бог это запрограммировал. Но я понимаю, что Бог выше его программа. И если Бог ее запрограммировал, он тоже может ее отменить, отменять.
И тогда он отменяет судьба. И вот это то, что Талмуд говорит. Но есть один месяц, который называется месяц Адар, как раз мы не верим в судьбу. Потому что судьба месяца Адар, как мы знаем, он должен был быть очень плохой судьба. И поэтому судьба месяца Адар, это наоборот, это плохо. Единственно, Бог сделал чудо, и он сделал все наоборот. И поэтому сейчас месяц Адар становится из неудачный месяц до самый удачный месяц. И поэтому это не противоречит. В самом деле Раши, это комментарий, который есть, Раши там говорит, причина, почему мы должны веселиться в месяц Адар, потому что есть два месяца подряд, который Бог сделал чудо еврейский народ. Один месяц это Пурим, а следующий месяц это Нисан, который Бог вывел еврейский народ с Лагид. Из Раши мы видим, что мы должны отвечать и веселиться больше в месяц Адар только в этот второй месяц, который сейчас зашел, прошлый день. Потому что праздник Пурим есть только именно в этом месяце. В самом деле, много мудрецов спорят, они говорят, что это касается оба месяца, которые. Но мы возвращаемся к вопросу, почему Талмуд не объясняет нас, как веселиться. С другой стороны, как быть более невеселый, месяц Талмуд объясняет. А в самом деле тут надо понимать что-то до конца. Грустить – это опасная вещь. И если там было написано, с того момента, что заходит месяц Ав, надо уменьшить веселиться, человек мог дойти до такой депрессии, что уже в месяц Адар оттуда не вышел. И поэтому там четко написано указание, как уменьшить свой веселье в месяц Ав. Но месяц, но веселиться каждый по-своему. У нас еще человек пил бутылки, две бутылки. Это один вариант. Другой человек. Диета, диета, но тортик с кремом поднимает настроение. Мужик, вино и мясо. И каждый по-своему, кому-то другой цветами. И поэтому Талмуд не может нам говорить рецепт для каждого чудак, как надо веселиться. Написано веселиться. Более того, если был бы написано определенный рецепт, это был нас ограничил. Как можно, сколько веселиться? А так как весело, нет ограничения, Талмуд не говорит нас, как веселиться. Потому что каждый по-своему, сколько он может, до конца, чтобы поднимать свое настроение. Но то, что касается каждый из нас, мы должны понимать, что в настоящее веселье это как раз человек, который понимает, что все, что делается, это от Бога. Как написано в четвертый перек, перка вот, там, где Талмуд нам говорит, эйзу хахам, то является мудрый человек. Понятно, некоторые скажут, чат GPT, некоторые скажут AI, искусственный интеллект, некоторые скажут мое имя, но ни один, ни второй, ни третий это не называется умный человек. Талмуд, когда говорит, эйзу хахам, это ломед микол адам, человек, который учит от каждый, потому что человек, который учит от каждый, такого человека он как раз всегда будет иметь больше знаний, ему никогда не будет стыдно учить даже такой слабый человек, как я, потому что не является такой гордин. И поэтому знания, это не зависит, сколько гигабайт и терабайт знаний человек имеет в голове. Знания
мудрец, это тот, который постоянно готов учиться. Потом Талмуд говорит, Эйзу Гибор, то является сильный человек. Мы бы сказали, Майк Тайсон, такой боксер серьезно. И еще тот, который может поднимать, как называется, эти weights на какие-то 150 килограмм, а его кубики на вес спереди, ах, красавица, его долго смотреть. Талмуд говорит, или тот, который победит какой-то война. Талмуд говорит, это вообще это слабак. Это не сильный человек. Победить других каждый может. Давай мы посмотрим, если ты можешь победить свой побуждение, которое есть. Эйзу гибор, хаковешет яйцо. Кто является сильным человек, это тот, который знает, как уничтожать его зло желание, которое есть. Не быть сильным на другой, быть сильным на себя. И также тому обучают. Эйзу самер, эйзу ашир. Кто является богатый человек, это самер бехалко. Тот, который рад, что он имеет. И на этот пункт, так как написано самер, я хочу это чуть-чуть больше выяснить. Вы знаете, Талмуд говорит в двух местах. Один место мы видим, Эйзу ашир самер бехалко. Кто является богатым, тот, который доволен то, что он имеет. Другое место мы видим, Мишера Ешну Манару Цаматай. Человек, который имеет сотку, хочет 200. 200, 400. 400, 800. 800, 1600 и так далее. Я могу дальше. Но, возьми, допустим, если нам спросили бы, пока мы учили это Мишера, кто является как раз богатый человек, мы бы сказали Джефф Безос, Элон Маск, Стюарт, как его зовут, мистер Зукерберг. А в самом деле он такой неудачный, ни один, ни второй, ни третий. Каждый утром просыпается. Первый вещь, что они занимаются, бегут к Forbes. Кто первый сегодня? Бедный Джефф Безос, такой неудачник, и семья не мог сохранить. Взял он такой-то уродливый, непонятно кто, куча поток там есть, непонятно что. Так, и купил себе яхту 750 миллионов долларов. Она ему дурит голову. Пишет она книжки. А что ты что написать не имеет? Кто-то другой для него пишет. Развелся с женой. Кем он жил десятки лет. Ради чего? Деньги ему дошел до головы. Бедный Зукерберг. Его вызвали как пацан на кого-то в Сенат. Его так подметали с ним пол. Сказали, что он убийцы, благодаря его социальным медиа, что там. И бедный Элон Маск. На той неделе я решил купить 1.05% 1 акция у Тесла. И врезки удача пошла. И с того момента он идет вниз. Ей-богу, если он бы знал, что это благодаря меня, он бы у меня перечислил деньги, лишь бы я бы оттуда ушел. Но бедный человек, вызвали назад миллион машин, потому что там плохо электроники. И все эти богатые люди, у них нет ни жизни, и ничего. От один суд до второй суд. Есть такой, как его зовут? Мистер Трамп в Америке. Ой-ой-ой-ой-ой, ей-богу. Я, Талмуд говорит, есть спор. Если Иоб, который имел все страдания, были ли это только сказки? У меня есть такое чувство, либо Трамп умер. У меня есть как раз такой вопрос. Либо Трамп умер, а он просто как кошка, которая имеет 9 жизней. Ну так на его наезжает сколько лет. И еще продолжает, эти люди счастливы. Бедный за один день, он почти потерял все его деньги. Он уже думает, я слышал, он обратился к еврейски благотворительной организации, что ему дали еда на шаббат. Ему так трудно в последнее время. И поэтому эти люди не богаты.
Но кто является богатым, это тот, который реально доволен то, что он имеет. И почему это так важно? Потому что человек, который доволен то, что он имеет, этот человек показывает, что он верит с полной верой, что Бог управляет каждый его шаг. И поэтому то, что я имею, формула счастья, это то, что я имею равно то, что я хочу. И если человек как раз доволен то, что он имеет, и это именно то, что он хочет, он постоянно будет доволен то, что он имеет. И поэтому у нас месяц Адар, последняя исчисленность, 12 месяцев, это время, когда Бог показал нам, что он управляет нас, и даже самые большие страдания, которые есть, он может нас спасать. И каждый из нас должен усиливать свой веры, который есть, чтобы мы могли всегда, как раз поднимать себя на уровень выше, и никогда не расстраиваться, даже когда это трудно. И понимать, что если Ашем хочет, он нас поможет, что мы из этого видим. И поэтому давай у нас останется неделя до Пурим. А я, дай Бог, если Бару помнит, может быть, мы подключим концерт. В этом году как раз концерт будет 16:30. Это как раз утро в Америке, 9:30 утра. Ну, наверное, все будут слышать свит Кастел в это время. Но хотя бы, чтобы был возможность, те, которые дети дома, могли посмотреть, это будет следующее воскресенье. Еще один раз я хочу быстро вас напоминать законы Пурим. Буквально минута. Мы должны слышать свитки Кастер, кроме тех, которые живут в Иерусалим. Субботы вечером и воскресенье, днем. Те, которые в Иерусалим, все их незаконы Пурим, начинаются с понедельник, воскресенье вечером до и понедельник днем. Но и те, и те, какие четыре заповеди мы с Пурим, которые мы имеем, один это слышать свиток Эстер и вечером днем, и уже три остальные заповеди это только днем. Это давать деньги два бедный человек, давать два вида продукта один человек, не обязательно бедный, и сами, ох, вот это главное. Трапезы Пурим как положено, пока человек не отличается, ну, или хотя бы головы начинают крутиться, и те, которые не могут пить, они могут как раз выпить какой-то стаканчик и идти спать, и ей-богу, когда мы спим, мы точно ничего не отличаем. И так человек исполняет эти заповеди. Желаем вас всех Пурим Самеах, что у нас всегда был повод радоваться, и что мы всегда могли только поделиться хорошей новостью друг с другом, и что этот месяц Адар продолжал нас сопровождать с много веселой радости, и что эта радость нам сопровождала весь год. Аминь.